Мы с вами остановились на 23 мая. Вот что пишет Эдуард. «Чудеса! Сейчас менял в ванной свое грязное полотенце на чистое, и мне в руки попалось белое полотенце с голубыми полосками. Именно это полотенце я видел во сне». Такие феномены происходят. Тут нам показывают язык. Вылез лишай на лице и на руках. 23 мая. С самого утра язык был бледно-розовый, с небольшим, как мне показалось, сантиметром.